День железнодорожника отметили в Алдане. Торжества, посвященные профессиональному празднику, прошли накануне. Лучших работников компании «Железные дороги Якутии» наградили правительственными и ведомственными наградами. Вместе с тем, накануне праздника прошли спортивные соревнования. Отметим, что сегодня железная дорога становится неотъемлемой частью развития экономики республики, и правительство уделяет особое внимание развитию самого безопасного и надежного вида транспорта. Вложено более 2 миллиардов рублей на развитие участка Беркакит-Томмот. В этом году мы предоставили госгарантию на доведение участка Беркакит-Томмот до постоянной эксплуатации. Ну и надо сказать, более 16 миллиардов рублей вложено республикой на участок Томмот-Нижнебестях, который предполагается вести постоянную эксплуатацию в следующем году. Компания